think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас, как обычно, сегодня трешечок. Мы на аккаунте Андрюхи, за что ему спасибо. Как обычно, куча самоцветов. Как обычно, сливаемся на его аккаунте, он нас еще на нем терпит. А из сервера мы сегодня с вами будем выбивать нового героя с острова. Посмотрим, что и как падает. В общем, темный колдун. Думаю, у нас сегодня будет. Так, поехали. Он немножко закинул доната. Сейчас посмотрим, что тут у него. Магазинное безумие. Сейчас чекнем по плюхам. Что тут есть интересного. Все уже распродано. Потом, значит, забежим, заберем. 2500 нормально, кстати, плюх дают. У него, конечно, все есть. Нового питомца нету. Но мы сюда зайдем попозже. Так, войди в игру, получи приз. Понятно, возвращение домой, маленькая помощь. Забрать, забрали. Так, удачный флип. Ну вы, как обычно, ребят, подписались, кто не подписан, потому что много без подписки смотрит. Поставили лайк и написали комментарий. Это помогает в продвижении видоса и заряжает меня писать вам еще. В общем, поехали, разбиваем. Разбиваем на айсе яйца. Сейчас посмотрим, что тут. Огник. Дракон. Нифига себе тут яйца. Розочка. Офигеть. Офигеть, феникс. Вот это круто. Жесть. Вот здесь, блин, достать на бездонате осколки. Ой, точнее эти. И потом вытащить отсюда донатных героев. Ну реально кайф. Да, вот это яйца, конечно, жесткие. Офигеть. Сейчас плюх нормально заберем. Некрас. Это можно реально без доната получить. Забрать монетки и потом вытащить с яиц. Но здесь только такие яйца. На немке тоже классные, но здесь просто пушка. Смотрите на плюхе. Чик. Офигеть. Ну это, конечно, мы получили с донатом, но это можно и без доната получить. 4 розы. 2 некроса, 2 вольта, оккультист, ну что еще надо, еще и пыльца в добавку. Офигенно, просто офигенно. Так, удачный флип. Поехали, пофлипаем. И пойдем с вами, смотрите, дракон, нифига себе. Вот это мы нормально сегодня драконов забрали. Блин, здесь, конечно, супер. По героям, если вот достать попытки, Ронин. АС вот отличается от других серваков. 50 осколков. От других серваков тем, что здесь реально просто трэш. Если вы, конечно, донат. Здесь дофигища и герои падают, и все, что надо. Есть немножко отличия. Смотрите, 100. С английским сервером по этим акциям. То есть героев здесь собрать проще. Но, ребят, здесь до сих пор нету питомцев. Я не знаю, Андрюха ждет 100 фрей, нифига себе. В общем, сейчас будет у нас трэш. Будем ловить нового героя, тестировать его, качать, присматриваться. Посмотрим, сколько у нас уйдет попыток на это все дело. Я думаю, 1000, 4,5. Арктика, нифига себе. Ну, это, конечно, за донат мы получаем, так, чтобы вы понимали. Вот там, где мы то открывали, там можно монетки получить с дерева, без доната. И, соответственно, точно так же заролить и вытащить тех героев. Офигеть, сколько плюх. Такс, Рино. Блин, жестко. Просто жестко дофига героев дается. Просто жесть. Так, ладно, поехали на остров. Будем с вами мучиться. Я надеюсь, что что-нибудь 9000 пыльцы у нас есть. Но мы, наверное, все 9 тратить не будем с вами. Мы с вами потратим, давайте,
Возьмем 4,5 сначала. Вот плохо, что нельзя набор, да, делать. Было бы круто себе выбрал, сколько, а не сидишь, блин, и заливаешь. Ну, конечно, это лучше сидеть так заливать, когда есть что заливать, нежели сидеть и ничего не заливать. Такс. Давай. Давайте 4000 попробуем. Можно было 4,5, я надеюсь, мы за 4 его соберем. И заодно здесь... Сейчас посмотрим на новые итемы. Конечно, они нафиг не нужны, но... Но интересно, блин, это просто трэш. Посмотрите, сколько времени теряется на то, чтобы... На то, чтобы словить нового героя. Потом пойдем с вами его тестить, смотреть. И прокачивать, как обычно. В общем, будут у вас сегодня видосы. 4.0.12, окей, поехали. Смотрим, как будет падать. У вас все открыто, все видно. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что в основном, смотрите, мастер плюс 10, в основном он будет падать с этих ячеек. Но он плюс 2 упало у нас. Есть, отлично, новый сундучок. Супер. Вместимости, как обычно, не хватает. Но довольно-таки неплохо. Поехали. Механоид. Расходники. Опять упал. Не, падает. Я вам скажу так, он падает получше, чем в свое время механоид. Мне кажется. Хотя, в принципе, смотрю только через этот. Сейчас посмотрим, сколько у нас получилось уже его. Такс. Да, падает, смотрите, падает. Падает получше пока что. 31 осколок у нас уже есть. За 500 самов 30. Ну, такое... Должны, по идее, собрать. Расходников, конечно, немерено. Интересно, вложимся в 4000 пыльцы? Вот как вы думаете? Напишите в комментариях. До того, как я ее заролю, хватит или не хватит? Интересно. Интересно просто, угадаете или нет? Мне кажется, где-то так плюс-минус должно уйти, но... Зная... Аппетиты IGG. Смотрите, сколько патов падает. Уже 50 у нас есть. В принципе, пока идем. Плюс. То есть до 4000. Надо. Надо до 4000. Где-то так. Темный колдун. Нормально осталось 2,7777. Так, ну давай, рандомчик. Вложимся в 4К или нет? Жесть, посмотрите, сколько падает плюх. Конечно, если сравнивать с немецким сервером, на немке там реально трэш творится. Но там и пыльцы столько нету, как на других серваках. Это тоже надо учитывать. 86. Не, уже, по-моему, отстаем немножко, да? Да, немножко, мне кажется, отстаем от графика. Но ничего, попробуем, по крайней мере, вложиться. Еще шансы у нас есть. Так, отлично, новые итемы тоже получили. Ну, потом мы отдельно с вами пооткрываем. Или в конце видосика. А потом уже будем чисто делать прокачку.
Так, ой, что-то я заскочил. 109 уже, да, пока идем нормально. То есть в среднем 4000 пыльцы у нас идет на выбивание темного колдуна. Сто пятнадцать. 4000 пыльцы. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Я уже запарился, честно говоря, щелкать. Сейчас посмотрим, что по расходникам в итоге мы получим, сколько каких итемов новых. Я же, конечно, к сожалению, не посмотрел, сколько чего было. Ну, мастера рун однозначно мы альфа-самца соберем, потому что они падают. Как видите, получше. Ну, так всегда. Вот смотрите, сколько альфа-самца залетело. Да и мастер рун, в принципе, падает по 5 осколков, по 10. То есть эти герои собираются однозначно быстрее. Ну, то есть так, чтобы вы понимали, на следующее обновление герои собираются намного дешевле и намного больше. Ну, смотрите, 10, 10. Так, 137 осколков. Третью часть мы уже заролили, в принципе, нормально идем по плану. Блин, сделали бы где-то кнопку слить все. И чтобы мы вот это вот не жарили. Сундуки, к сожалению, мы не посмотрим, сколько пятых у него там было уже дофига. Но новые итемы мы точно сейчас почитаем, посмотрим. Сколько у нас чего получилось? Жестко. Жестко, конечно, падает. В общем, я опять сегодня на полдня засяду в битве замков. Вместо того, чтобы апать у базики, буду тестировать вам нового героя. Почтовый ящик переполнен. Только начал. Ай, блин, что это у нас? А, вот видите прикол. Снайки. Я думаю, что за фигня? А у нас оказывается, как обычно, проблемка. Проблемка у нас заключается в снеках. Ну, продадим, потому что, ну, это не вариант. Сейчас 1003 на кагашки спустим. Все равно их девать-то некуда. Они все равно прибавляются, прибавляются и будут прибавляться. Я думаю, что за фигня? Что-то мы быстро только вытащили и опять тащим. Не все так просто. Вы скажете, блин, там можно было в пэтах. Тут супер пэты, ребят, прокачаны на максималке. Поэтому тут это не вариант. Ну, тоже, блин, продумайте какие-то обмены для ресурсов. Вот я не знаю, куча реально ресурсов просто тупо пропадает. Сколько у нас там? 162. 162 и 800 пыльцы. Ну, в принципе, идем. Вроде пока ровненько. Мне надо, наверное, еще чистить. Эти снеки реально одевать некуда. А, нового этого нету. Да, нету. А ну сейчас я зайду чекну, что у него. Волчонок. А, нет, есть у нас кого? Химерика качать. Все, я понял. Тридцать пять тысяч. Можно сюда посливать сейчас. А мы его половим, попробуем попрокачивать и скилл заодно поднимем. Хоть куда-то потратим. Но видите, не все так просто на донатах. Реально до хрена ресурсов просто сейчас пропадает из-за того, что IGG не могут нормально сделать это. Так, супер питомец. Кицуна у него на максималках. Так, отлично, навык улучшить.
Следующий 31 надо, да? И сейчас еще этого. Вот отлично. А мы переживали. Что же делать? Так, интересно, соберем, хватит 4000 или нет? Это самое интересное. Повезет нам или нет? Так, не забрали еще. Еще давай. Новых итемов, кстати, нормально нападало. Не, ребят. Скорее всего, не вложились мы. Хотя и шли очень ровно. 190. Ну, есть еще пару попыток, но сами видите, не хватило нам 4К. 4.012 даже мы потратили. Нам тупо не хватило немножко, чуть-чуть совсем. Но это еще не конец. Может, нам повезет. 195. Почти, ребят, почти впритык. Видите, как бывает. Такс. Да, не останется, я думал, 5К оставить. Так. 199, даже можно было меньше юзать. Ну ладно, уже добьем. 205. Сейчас посмотрим, что у нас по итемах, и ждите видосика с первым тестом и мнением героя. Так, это мы не можем опять забрать, но я надеюсь, нам итема 4 сундука, кстати, выбили. Парящий остров, поехали, добиваем попытки. Короче, где-то 5300 мы с вами заролили. В итоге смотрим, сколько у нас получилось осколков. Ну, механоид, понятно, 207 осколков. Ну, такое. Так, это тоже можно будет открыть в дополнение. Это мы будем потом качать созвездие. В общем, поехали, посмотрим по итемах, что у нас получилось. 4 новых сундука. 46 Prime Emblem. Немало. Римочки. Смотрите, как падают пактики. Это, конечно, круто. Так, 132 коробки. Это тоже, в принципе, можно открыть, посмотреть. Вот, смотрите, сменки не очень падают. Камешки. В основном падают обычные камни. Остальные просто тупо не падают. Так, хорошо. Так, ну и самое интересное, поехали, новые коробочки. Проверим удачу. 30 осколков, ну начало есть, ребят. 10 осколков на скин и 30 осколков. Начало на Берса есть. Так, ну и теперь самое интересное, новые итемы. Супер пэтами, в принципе, ну у него и так этих итемов дохренища. Но новый герой, видите, здесь его нету. К сожалению. В общем, такие вот, ребят, дела. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите. Я сейчас буду тестировать, качать. Видосика следующего. Всем удачи. Всем пока.